Здравствуйте, вы смотрите «Аналитику» на канале «Витражи о вере в красках». Я читаю новости из разных стран и в очередной раз убеждаюсь, что для Церкви Божией нет границ. Все мы, будучи прихожанами или священниками, или даже архиереями одной из поместных церквей, являемся и частью Вселенской Церкви. Вот, к примеру, новости из Сербии. Святейший патриарх Порфирий находит время и возможность не только для встреч с руководством страны. А ведь именно от представителя Сербской Православной Церкви поступила инициатива, чтобы продлить срок пребывания беженцев на территории Сербии. Президент страны Александр Вучич такое предложение принял, и теперь украинцы, которые нашли в Сербии убежище от войны, могут беспрепятственно находиться на территории не 90 дней, как было раньше, а в течение целого года. И вот встречается святейший патриарх Порфирий, как я сказал, не только с политиками, но и с беженцами из Украины. Он встретился с многодетной семьей Геращенко, которая бежала от ужасов войны и нашла приют в Сербии. Патриарху Порфирию Александр и Мария рассказали, как благодарны сербскому народу за гостеприимство и безопасность. А представитель отметил, что сербам прекрасно известно об ужасах войны и страданиях беженцев. И сербская церковь сделает все возможное, чтобы не только помочь беженцам из Украины, но и доставить помощь на территорию, которая пострадала от военных действий. И мы уже упоминали, что сербская церковь собирала пожертвования для помощи пострадавшим от войны в Украине и видим, что продолжает помогать. Самое главное, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы молимся об этом, чтобы ваша прекрасная семья вернулась в свой дом, чтобы дети ощущали тепло родительского дома, сказал святейший владыка. Он также призвал верующих оказывать посильную помощь украинским беженцам, независимо от их вероисповедания. Именно этого и ждет от нас Христос, помощи нуждающимся, подчеркнул святейший патриарх Порфирий. А вот митрополит Черногорско-Приморский Аникий в свою очередь обратился к гражданам Черногории и напомнил им о том, что смысл Великого Поста в том, чтобы освободить душе место для Бога и каждого, кто нуждается в помощи. По случаю сего честного поста и в свете грядущего праздника Воскресения Христова призываем всех верных и всех людей доброй воли освободить душе место для Бога и для каждого верующего и неверующего, для тех, кто думает и верит иначе, чем мы. В первую очередь мы должны обратить внимание на нуждающихся в нашей помощи, особенно на беженцев из нашей братской Украины, которые уже приезжают в Черногорию, сказал митрополит Иоанникий и призвал дать украинцам пищу и одежду, крышу над головой, а главное христианское понимание и утешение. А вот помощь от Молдавской Православной Церкви смогли получить около 15 тысяч человек, и общая сумма помощи на 18 марта составила сумму в почти 350 тысяч долларов США в эквиваленте. Причем по благословению митрополита Кишиневского и всей Молдовы Владимира, в необычайном жесте солидарности любви к единоверцам, поддержка церкви распространяется как на беженцев, нашедших приют в Молдавии, так и оставшихся в Украине. Тут и горячие обеды, и временное жилье для беженцев, транспорт, продукты, игрушки, предметы первой необходимости и даже принадлежности для школьников и студентов. Мы уже упоминали о большом логистическом центре на Буковине, откуда помощь, в частности, из румынской церкви идет по всей стране. По румынской церкви я вижу отчет от 18 марта. Уверен, что цифра уже возросла. Но даже на 18 марта Румынская Православная Церковь оказала помощь на сумму 24 миллиона лей. Это 4 миллиона 852 тысячи евро. Гуманитарная поддержка состояла из финансовой помощи, продуктов питания, предметов первой необходимости. И к этому добавился ряд социальных услуг, такие как перевод, консультации, медицинская помощь. А вообще на размещение беженцев было выделено 12 665 мест. Из них 8585 с обеспечением питания. Важной составляющей благотворительности румынской церкви стала организация гуманитарных поставок. И напомню, мы говорили, как они поставляются в самые пострадавшие города и поселки Украины. Вы можете задать вполне своевременный правильный вопрос. А что там Фанар? Какие программы развернуты под началом Константинопольского престола? А пока мы видим только приглашение президента Польши Анджея Дуды посетить Польшу, пообщаться с беженцами из Украины, это такое вот приглашение было направлено патриарху Варфоломею. Как сообщил глава бюро международной политики президента Польши Якуб Кумах, глава Фанара принял приглашение и сказал, что не откладывая прибудет в Польшу для поддержки украинцев. А в чем будет заключаться эта поддержка и получат ли люди какую-то реальную помощь от Фанара, кроме красивых слов, все это мы увидим. Тем более, что визит обещают до конца марта.
так что времени на подготовку осталось совсем немного. По предварительной информации, сопровождать главу Фанара традиционно будет митрополит Эммануил Адамакис, тот самый, который активно курировал признание украинских раскольников. Не исключено, что Фанар попытается этот визит использовать для того, чтобы продавить признание ПЦУ. И мы видим, с одной стороны, пока те, кто не клялся в любви Украине, не произносил много пафосных красивых речей, не требовал к себе внимания как президенту страны, просто берут и помогают. Отдают зачастую последнее, что имеют, понимая, что это как раз и является исполнением заповеди любви. А с другой стороны, пиар любой ценой. Очередная история с политическим подтекстом и кто знает с каким результатом. Но несмотря ни на что, продолжаем делать добрые дела и помогаем тем, кому можем. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал «Витражи» о вере в красках.